Магазин «Батискаф Санкт-Петербург» представляет вашему вниманию резервный дыхательный аппарат американской фирмы Spareair. Делаются они непосредственно в Америке, то есть не Китай, не Таиланд, Тайвань и все остальное. Поставляются они в двух размерах 0,28 и 0,42 литра. Что собой представляют? Ну, это небольшая стальная колба, сверху регулятор. Идет сразу первая и вторая ступень с загубником. Ну, то есть, вы его вытащили вот из такого чехла в случае необходимости. Если у вас там что-либо произошло с регулятором, с вашим, да, взяли в рот и дышите. Ну, то есть, это очень повышает безопасность в случае, если ваш регулятор вышел из строя. Также это очень полезная вещица для подводных охотников, которые любят охотиться в завалах, в коряжниках. Его можно приспособить либо в таком чехле на пояс, да, либо на ногу. Ну и в случае, если вы где-то запутались, будет дополнительно запас воздуха у вас с собой, да, в небольшом объеме. Хватает такого баллончика, вот небольшого совсем, приблизительно на 30 больших вдохов. Мы его тестировали. Тестировал человек, который весит 110 килограмм. Его 30 больших вдохов. То есть, если человек будет весить поменьше, наверное, побольше. Но в среднем это 30 больших вдохов. Вот. Если же взять побольше, 0,42 литра, здесь уже будет 50 больших вдохов. Но для подводных охотников это не так удобно, потому что он больше. Но для дайверов, по сути, без разницы. Повесил на беседе и все. Вот. Очень-очень полезная, на мой взгляд, вещица. В комплекте у него идет зарядное устройство от баллона. То есть здесь идет скоба йог. Вы ее накидываете на вентиль, вкручиваете. Вот сюда, в этот порт. И в течение 3 секунд заправляйте этот резервный аппарат от основного баллона. То есть очень удобно и быстро. Также в комплекте идет вот такой карабин с ретрактором. Ну, чтобы в случае, если вы его вытащили, чтобы вы его не обронили. Эта часть пристегивается заранее к BCD, а это одевается на него. То есть фиксируется вот таким вот образом. То есть все просто, но может спасти жизнь как дайверам, так и подводным охотникам. Поставляется все это дело в такой вот коробочке картонной. Итак, приходите к нам в магазин «Батискаф» Санкт-Петербург, либо заходите на наш сайт batiskaf.ru.